на юбилях. Я же сказала, что вот такая солидарность. У нас еще Елена Львовна, наша дорогая Елена Львовна, которая нам приносит просто-напросто. Без нее мы бы, как без рук, по сути дела, потому что то, что она изобретает, все методики, все наши дистанционные заседания, они не проходят без ее ответки. Поэтому мы ее тоже поздравляем. Совместных творческих успехов. Наш Еще юбилей.